В ней приняли участие глава города Анатолий Пахомов и народный артист России Денис Мацуев. Маэстро сразу же отметил, на этом фестивале представлено лучшее молодое поколение российских музыкантов. Они, как зарождающиеся звезды, готовы продемонстрировать всю жизненную силу российской исполнительской школы. Это наша новая команда, это новое уникальное какое-то драйв совершенно, понимаете? 10 лет назад, когда говорили о новой исполнительской русской школе, как-то, в общем, в прошлом все говорили, и на афишах никого не было из молодых. Многие уехали за границу, никто о них не знал. Знали только свой круг. Но вот так, чтобы, так сказать, вывести на большую сцену, это, безусловно, наша... Не то, что не наша заслуга, наша общая заслуга. Фестиваль «Крещендо» получил прописку в Сочи во время подготовки города к зимним играм, но на этом музыкальная история не заканчивается. Уже сейчас идет работа над концепцией проведения юбилейного фестиваля в следующем году. Да, конечно, очень здорово, что Денис Мацуев или Юрий Бутман очень сильно полюбили Сочи. Но чтобы полюбить Сочи, нужна была такая публика. А это значит, это говорит о том, что Сочи и сочинцы, они действительно гостеприимная публика, публика, которая дарит и свои улыбки, публика, которая дарит свои, значит, аплодисменты, и публика, которая понимает в музыке.